здесь разводят сырость. Ага, это Хрюша. Здравствуй, Хрюшенька. Эй, Хрюша, ты почему плачешь? Ой, здравствуйте, ребята. Вы случайно не знаете, почему Хрюша наш плачет? Нет? Давайте спросим у него. Хрюшенька, эй. Здравствуй, дорогой. Здравствуйте, дядя Семен. Ты чего расстроился? Почему плачешь? Ну как же мне не плакать? Ведь я такое про себя узнал, такое узнал! Ты про себя? Да. А, Хрюш, ну ты расскажи, что ты про себя такого плохого узнал. Мы, может быть, с ребятами сможем помочь тебе, как-то утешить тебя. Дядя Сережа, да. Пока вас не было, ага. Я у вас увидел Библию, да. И стал ее читать. Молодец, Хрюша, молодец. И я там такое про себя прочитал, такое прочитал. Ты про себя в Библии? Да. И из-за этого расстроился? Да. Хрюша, да что ж такого можно было дурного про себя в Библии прочитать? Я не понимаю. Ведь Библия — это такая хорошая книжка, она дана людям благословение. Вот именно, людям. Повезло вам, дядя Сережа, вы человек. А я свинья. Что ты, Хрюша? Ну вот, свинья. Ну какой же ты свинья, Хрюша? Ну ты посмотри на себя. Да ты хороший парень. Свинья я, свинья. Ну с чего ты взял? Это факт. Какой факт? Ну, ладно, может быть, ты и поросеночек. Но ты, Хрюшенька, далеко не свинья. Да вы просто утешаете меня, дядя Сережа. А сами, ой, небось, думаете, то же самое и Библия. Хрюша, ну, пожалуйста, вот объясни, что ты такого про себя в Библии плохого прочитал? Ну, где? Вот, ну, вот, читайте, вот, Левит, 11 глава. Вот, читайте. Понятно. Скажи сынам Израилевым, чтобы не ели свинью, потому что у нее копыта раздвоены, но жвачку она не жует. Нечиста она для вас. Вот, какой позор. Хрюшенька, все ясно. Теперь я все понял. Я хочу тебя спросить, в каком завете ты сейчас живешь? В новом. В новом? А читаешь ты какой завет? Ветхий. Ветхий. Так вот поэтому ты так расстроился. Давай, пожалуйста, посмотрим, что говорит нам по этому поводу Новый Завет. Давай откроем с тобой Деяния, 10 главу. Давайте. Давайте. Вот. Деяния, 10 глава. Я тебе хочу рассказать историю, даже прочитать. О апостоле Петре. Посмотри. На другой день, когда они шли, приближались к городу, Петр около 6 часа зашел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. И когда Петр хотел кушать, он вошел в выступление, то есть в транс. И он увидел видение. Это было как бы такой сосуд некоторый, который спускался с неба. Это было как бы полотно, привязанное за 4 угла. Тогда Петр заглянул в этот сосуд. И что он там увидел? Он там увидел множество зверей, всевозможных зверей, пресмыкающихся, всяких птиц небесных. Я уверен, что там был и ты. И что Божий голос сказал ему? Давай прочитаем. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был к нему голос: «Что Бог очистил, того не почитай, что? Нечистым». Так что все твои опасения теперь, Хрюшенька, напрасны. Чистый ты. Ура, дядя Сережа, это даже так здорово. Конечно. Дядя Сережа, а можно я поцелую? Поцелую? Да. Ой, конечно можно, Хрюшенька, пожалуйста. А вы не побрезгуете? Хрюшенька, ты опять за старый, а? Извините, разум-то еще не обновлен. Да давай обновляй его побыстрее. Тебе нужно каждый день читать Библию, чтобы обновить свою. Давай, целуй. Ой, спасибо. Вот, Хрюшка, мы тут с тобой заболтались, а ведь нам-то надо уже давно мультик ребяткам показывать. Ой, правда? Да. Да. Давай будем смотреть его? Давайте. А знаешь, какой? Какой? Христианский. О, да. Сегодня у нас особый мультик. И знаешь, как называется? Как? Он называется «Бременские евангелисты». Ой, а раньше, по-моему, как-то по-другому назывался. Хрюшенька, ну ты опять смотришь, что было раньше, а? Ну, я больше не буду. Ну, конечно, Хрюш, не надо больше. Забудь, что было раньше, старое все уже прошло, теперь все новое. Раньше ты какими глазами смотрел на этот мир? Какими? Ты смотрел на этот мир плотскими глазами. И мультики все смотрел плотскими глазами. А сейчас ты будешь смотреть на этот мультик духовными глазами. Да. И, следовательно, будешь судить о нем с духовной точки зрения. Договорились? Да. Но сначала я бы хотел тебе рассказать
предысторию. Я хочу, чтобы и вы, ребята, послушали. В некотором царстве, в некотором государстве, жил-был король. И у него была единственная, но горячо любимая дочка. Монарх не чаял души. И как вселюбящий папаша, баловал ее всем, чем только возможно. А возможности у короля, как нам известно, предостаточно. Принцесса росла очень красивой, но разбалованной девочкой. Это был капризный, эгоистичный ребенок. Безумная любовь короля к своему чаду сделала его слепым к далеко не безобидным шалостям своей ненаглядной. Никто в королевстве не имел права ущемить свободу самовыражения будущей наследницы престола. Всем придворным было строго-настрого приказано всячески одобрять чересчур свободные действия принцессы, поощрять все ее выходки и восхищаться всеми качествами ее до предела испорченного характера. Ай-яй-яй. Да, шли годы, принцесса стала совершеннолетней преступницей. Ой. Вот так вот, Хрюша. Вот такой оборот дело принимает. Вот до чего доводит непослушание. Если бы не связь ее папаши, ей бы давно уже пришлось томиться за решеткой. Роскошь и богатство ее отчего дома наскучили ей еще в детстве. И испорченная душа стала жадно искать романтики в другой жизни. Дурная компания, свободные нравы, вино, сигареты вскоре стали той единственной манящей стихией в жизни принцессы, которая и поглотила ее с головой. Сердце короля было разбито. Последней каплей, доведшей его до отчаяния, была весть о том, что его единственная дочка стала наркоманкой. Ай-яй-яй-яй. Да. Теперь уже не осталось никакой надежды. Единственное, что он мог сделать, это запереть ее в крепости. Прекрасно понимая при этом, что это не выход. Из глубины своей депрессии, под непрестанное рыдание своего ребенка, в котором та проклинала свою жизнь, отца, весь этот мир, угрожая покончить с собой, король стал тихонечко молиться. «Бог, если ты есть, помоги». Государю не раз или два говорили, что в ближайшем городе есть замечательная евангельская церковь, и стоит только пригласить их, как они моментально откликнутся и приедут сюда со своей евангелизационной программой. В народе их называют «бременские евангелисты». Наверное, потому, что они всегда носят чье-нибудь бремя. Но король ничего не хотел слышать. Он не доверял пророкам из своего отечества. Ему подавай заморских проповедников, да так, чтобы с размахом. Вот с этими самыми требованиями и были разосланы гонцы во все концы света. И не успели они еще отправиться в путь, как бременские евангелисты, уже... Хрюша, а дальше будем смотреть мультик. И не успели еще гонцы отправиться в путь, а бременские евангелисты уже подъезжали к несчастному королевству. Как только они услышали о случившемся, сразу же отправились на помощь. Руководствуясь необходимостью быть мудрыми, как змеи, они решили перед самым служением переодеться в заморских евангелистов и таким образом сгладить все недоразумения в отношениях с королем. Ничего на свете лучше нету, чем нести благую весть по свету. Тем, кто верит, не страшны тревоги на этой узкой, но прямой дороге. На этой узкой, но прямой дороге. Мы свое призвание не забудем, ведь спасение мы приносим людям. Заманчивые своды не заменят во Христе свободы, не заменят во Христе свободы. Не нужна нам громкая реклама, нас не страшат проблемы великаны, ведь наша крыша небо голубое. Всемогущей рукою.
первые плоды. И они еще не успели въехать в город. А что город? А город еще спит, конечно, ведь сегодня же воскресенье, можно поспать подольше. Ой, и король наш тоже спит, но у него очень беспокойный сон. Наверное, опять во сне ругается со своей дочкой. О, я угадал. И так каждую ночь, бедный король. Ах ты, бедная моя наркоманочка, стала бледной ты совсем, как поганочка. Закодировать тебя я хочу. Я вас видеть не хочу. Состояние у тебя истерическое, ты вся в мамочку свою психопатическую. Ты зачем дала пилка главврачу? Челюсть гаду сворочу. Ах ты, доченька моя коремычная, скоро будут здесь попы заграничные, за тебя поставят в храме свечу. Лучше сразу к палачу. Ой, как больно! Скорей бы проснуться! Ой, ну наконец-то! А что это за шум? Неужели за мной евангелисты пожаловали? Точно! А ведь это наши ребята. Весь мир у нас в руках, на разных континентах, разбили в пух и прах. Мы дьявольские агенты, мы к вам доехали на чак. Имен. Бонжур. Хелло. Мы very, very любим вас. Вам круто повезло. Ну-ка все вместе. Добрые вести. Странно, вроде бы и помазание сильное, и ребята стараются, а невесте хоть бы что. Откроем рот, как все от счастья плачут, и кается народ. А как же быть иначе? Мы к вам заехали на час. Тогда наш герой решается на отчаянный поступок. Он желает лично встретиться с принцессой. Может быть, здесь нужна беседа или молитва с возложением рук. Но как ее здесь сильно охраняют? Осторожно! Только спокойно. Фух, пронесло. Да, какой колоссальный успех. Иностранцев здесь любят и почитают не то что других. Хочешь быть в раю, слушай проповедь мою. Отстаньте моих отцов с краю, я вас, ребята, знать не знаю. Бог решит твою нужду, ты ее отдай ему. От проблемы так не скрыться, я знаю способ, чтоб забыться. Я сяду на иглу. Садись, лучше не мешай, помолись, сяду так и знай, не садись, помолись, придет дьявол дурачок и укусит за бочок. Какая оригинальная форма проповеди, не правда ли? И главное, все так доступно, понятно, так образно. А принцессы хоть бы что. Проповедники уж и так стараются, и этак стараются. Но, казалось бы, все средства уже выложили. Хоть и штанов чуть не выпрыгнут. Ой, да исповедовался. Боже мой, как некрасиво получилось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, в самый неподходящий момент, а?
Ой, как некрасиво, да, облажались ребятки. Что сейчас будет? Сейчас всем станет ясно, что это не какие-нибудь там иностранные евангелисты, а просто местная голытьба. Что теперь скажет король? Вон! Ну, естественно, естественно. А что еще ожидать? Вот так вот расправляются с пророками. А петух, я так понимаю, горд за то, что пострадал, принял бесчестие. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот и все. Есть над чем подумать. Может, что-то не так мы сделали, а? Может быть, нужно было просто побольше помолиться перед служением? А может быть, не нужно было устраивать этот маскарад? И тут в ночном видении нашему герою сверхъестественным образом была открыта истина о причинах несчастья принцессы. В узел дух мой томится, Бог ему не знаком. Глубоко в нем гнездится след проклятия с грехом. А в душе твоей тьма, одержима ты бесом колдовства и бунта. Что я слышу домой, что же будет со мной? Неужели я буду бездушевно больной? Все понятно. Это одержимость. Одержимость чистой воды. Он также ясно увидел в духе короля, который был связан бесами идолопоклонства. И у дьявола был план покончить с этой династией раз и навсегда. Теперь всем ясно, что без сильной ходатайственной молитвы здесь не обойтись. И наши друзья отправились прямо в духовный мир в молитве, в самое логовище врага, в Поднебесье, в штаб-квартиру бесов и демонов. И тут они обнаружили, что над этим королевством преимущественно господствовали дух праздности и обжорства, дух непотребства, дух всякой нечистоты и, естественно, дух тупости. И всеми ими заправлял дух религии и колдовства. Говорят, мы черта слуги, над людьми же господа. И способны злые духи мучить дороголя. Ой-ля-ля, ой-ля-ля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, эхма! Завтра в катастрофу я подстрою королю, слугам я подсыплю в копу, дочку в петлю загоню. Ой-лю-лю, ой-лю-лю, дочку в петлю загоню. Ой-лю-лю, ой-лю-лю, эхма! Будет вся страна избита, уничтожим всех подряд. Кому в небо дверь закрыта, тот пожалуй к нам в ад. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, завтра гробим короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, завтра гробим короля. Шабаш продолжался целую ночь. Демоны готовили свои козни. Самые злые чары были вызволены ими из ада. Но слава богу, что нашим друзьям небезызвестны умыслы демонов. По всему было видно, что дело движется к кульминационной развязке. О, дьявол был доволен, предвкушая победу. Очень интересно, чем все это закончится. Ко-ко! По имя Иисуса! Сейчас кучу сразу же. Духи слабые! И вон! Молодцы! Догадались применить власть. И как следствие, на бесов напал дух страха, их кореш. О, это была самая настоящая духовная битва, которая длилась всю ночь. В результате над городом был разрушен демонический контроль. Бесы разбежались кто куда. Теперь безводная пустыня их удел. А наши друзья праздновали победу целое утро, прославляя Бога от всего сердца. Какая прекрасная победа! Ba-b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 a
и его королевство свободны в духе от дьявольских уз. А команда евангелистов немедля с дерзновением, с ощущением полной победы, уже предпринимает вторую попытку покорить известное нам королевство Евангелию Божию, но теперь уже не стыдясь своего лица. Вся надежда возложена на всемогущего Бога. И что мы видим? Город преобразился до неузнаваемости. Какой ажиотаж! Такую честь не оказывали здесь даже самым именитым иностранцам. Сколько горящих сердец, какая жажда слышать слово! Невероятно! Вот это, значит, молитва! А что, принцесса? Удивительно! Она улыбается! А король? Благосклонен, слава Богу! Дает знак начинать! И тут наши друзья, без всякого выпендрежа, стали просто свидетельствовать о себе и о том, что Бог сделал в их жизни. Они рассказывали о том, что вели праздное, греховное существование, пустое, бессмысленное, и медленно скатывались в ад. Осел свидетельствовал, что когда-то был неплохим спортсменом. Потом связался с пьющей компанией, которая не просыхала. Потом он стал покуривать марихуану и не заметил, как втянулся. Результат? Деградация личности. Ну, а кот с петухом были тунеядцы. Они питались всем, что только Бог пошлет. Но им постоянно было мало того, что им посылал Бог. Они хотели иметь все и сразу много. Поэтому они стали бандитами. Это была известная банда. Самые крупные мафиозники старались обходить их стороной. А полиция? Полиция их откровенно побаивалась. И при виде их приходила в трепет. Эти головорезы не останавливались ни перед чем. Казалось, что у них вообще нету совести. Вся жизнь наших героев в прошлом катилась в неизвестном направлении и в любой момент могла бы оборваться, если бы не милость Божья. А кот был самый хитрый. Он научился дурить народ так, что те сами с удовольствием отдавали ему свои денежки. Закончив курсы экстрасенсорики, он стал настоящим колдуном. Его кличка была Симон Волх. Он творил великие чудеса. Все говорили: о, это великая, великая сила Божья. Он мог запросто человека превратить в осла. Осла в собаку. Собаку в петуха. Правда, и лажи в его работе было достаточно. Вот такие они были все, монстры в своем греховном состоянии. Но поверили в Бога, скинули свою ветхую натуру, очистились, осветились, изменили образ жизни и стали новым творением во Христе Иисусе. Фантастика! Первый раз в жизни принцесса почувствовала себя счастливой. Лёгнулся. А теперь самое главное. Наш герой имеет конкретное слово лично для принцессы. Наглядно показав ей, как грешники смотрят на этот мир, видя все искаженно, кверху ногами, он стал ей изливать свое сердце. Он рассказал ей о том, насколько прекрасна благодать Божья, и что Бог полон милости, сострадания и прощения, и что Небесный Отец любит ее и ожидает, когда она к нему вернется. И они исполнились умиления. Ой, ну что это? Осторожно, осторожно! Ай-яй-яй, как досадно! Но ничего, верующему все содействует во благо. Это любовь. Король был на небесах от счастья, ведь к нему вернулась его единственная любимая дочь. И он был счастлив вдвойне, потому что сегодня он обрел еще и сына. Все как в доброй старой сказке. Закончилось все свадьбой. Ох, вот уж действительно неисповедимы пути Господни. Еще вчера был просто проповедник, а сегодня уже принц, наследник престола. Ну что ж, как говорят в таких случаях, совет да любовь. Ой, а как же друзья? Неужели наш принц позабыл о них?
Да, наверное, слава и роскошь затмили ему глаза. Что ни говори, о богатстве это одно из самых сильных искушений. Тут и возгордиться недолго. Уже и ночь на дворе. Друзья под открытым небом. Да, наверное, забыл. Ну что ж, друзья дали ему еще один шанс. Решили остаться до утра. Если уж он и утром не выйдет, значит все, отпал пары. Забросил свое призвание. Странное чувство. Вроде бы и успех, и в то же время горечь поражений. Ночь пролетела, как один миг, а друга все их не было. Да, потери всегда болезненны. Ну что поделаешь? Жизнь-то продолжается. Из одного человека пробуждение не остановится. Бог найдет других. Ничего на свете лучше нету, чем нести благую весть по свету. Тем, кто верит, не страшны тревоги. На этой узкой, но прямой дороге. На этой узкой, но прямой. Ну что это? Куда собрались молодые в такую рань? А может быть они... Ладно, не будем загадывать. Сейчас сами все увидим. Наберемся терпения. Мы свое призвание не забудем. Есть по землю мы приносим людям. Конечно, я так и знал. Это ведь призвание. Если оно есть в сердце, то ничего не может случиться. Ты все равно будешь служить Богу и во имя Его приносить плод в Царство Небесное во всякое время и на всяком месте. Да будет благословен каждый, кто служит Богу чистого сердца и ради Него способен пренебречь даже самыми великими сокровищами здесь, на земле. Вот это я понимаю, евангелисты. Какая замечательная история. Не правда ли, Хрюш? Да, очень поучительная. Я бы даже сказал, очень назидательная история получилась. Тебе понравилось? Да, очень. Хрюша. Хрюш. Что такое? Что с тобой? На человека стал похож. Правда? Да. Посмотри на себя. Почему? Почему? Потому что я понял одну истину. Что ты? Какую? А ну-ка расскажи. Расскажи нашим ребятам. Я думаю, им очень интересно узнать. Я понял, что каким бы ты ни был свиньей своей прошлой жизни, так. И какой бы ты грязи не валялся, и как бы ты ни был нечист, Бог любит тебя таким, каков ты есть. Бог принимает тебя таким, каков ты есть. И уж коли ты пришел к Нему, то от твоей прошлой жизни не останется и следа. Аминь, Хрюша. Андрюша. Андрюша. Спокойной ночи, дорогие друзья. Спокойной ночи, мальчики и девочки. С Рождеством вас и с наступающим Новым годом. И давайте постараемся, чтобы в этом году... Мы были людьми, а не Хрюшами. Аминь. Пока. Пока.